Приветствую всех на нашем канале. И ближе к вечеру мы пошли на Петронасе, чтобы посмотреть шоу фонтанов. Мы шли по надземному крытому переходу, и начался дождь. Мы выходили, дождя еще не было, и мы решили немножко подождать, так как навигатор нам показывал, что нужно выйти из этого крытого перехода. Немного подождав, мы пошли по крытому переходу по указателям и вышли вот к такому торговому центру. Посмотрев вверх, мы увидели, что мы находимся прямо под Петронасами. Еще шел дождь, и мы поели в кафе. Потом мы вышли из центра торгового и посмотрели. Дождик уже стал идти меньше, но еще пока не прошел. И мы снова зашли в торговый центр. В торговом центре, как и во всех центрах, все украшено в китайском стиле. Все готовятся к встрече китайского Нового года. Снова подошли к выходу. Но видно было, что уже дождь закончился. И мы вышли из торгового центра. Вышли из торгового центра и пошли по направлению к парку, который находится в этом районе. Перед нами открылся вид на Петронасы. Все, как и мы, ожидали, когда наступят сумерки и начнется шоу фонтанов. Высота Петронаса 452 метра. На их строительство было потрачено 800 миллионов долларов. Вот такой небольшой парк находится на территории Петронасов. Это детский бассейн. Начались сумерки, и в сумерках
подсветка Петронаса выглядит еще лучше, чем днем. И вот мы наконец-то дождались шоу фонтанов. Домой мы также пошли по подземному переходу через тот же торговый центр. Вот так украшен пешеходный переход. Кругом подсветка, кругом картинки. Все чисто. Так мы и дошли до района, где находится наш отель.